Вот сейчас вы можете наблюдать процесс купания золотистых щурок. Как вы видите, у них сильно развито стайное чувство. То есть одна особь подлетела купаться, и тут же слетаются все остальные и проделывают то же самое, что и проделывал первый. Чашечка для купания необходима не глубокая, потому что лапки у щурок коротенькие. В случае того, что если птица упадет в эту чашечку или погрузится, то она не могла бы утонуть. Ну вот. Но вот в данную посуду, это из-под микроволновки, они даже иногда бывают заныривают, крылья там растают, поплещутся и назад спокойно могут вылезти. Кстати, вот типичная ошибка московского зоопарка, почему у них не получилось, неправильно сказал, почему у них произошла такая массовая гибель. У них щурки утопали в искусственном водоеме, в котором водились кулики. Ну, во-первых, это уму непостижимо, чтобы пытаться совместить в одном вольере золотистых щурок и куликов. Я вообще не понимаю, кому этот эксперимент в голову пришел. И во-вторых, там, соответственно, был глубокий водоем, в котором щурки, естественно, тонули. Особенно в ночное время, я уверен, еще наверняка 100% там не было у них ночного освещения. Ну вот, но вот, в принципе, вот подход такой, нерадивый подход коллег привел к гибели. А все потому, что пытались повторить эксперимент. Ну вот, безуспешно. Когда пытаешься повторять подобные вещи, то надо все продумывать до мелочей. Все нюансы имеют значение. Вот. Ну, о щурках ролик снимать можно очень долго, длинный. Поэтому все-таки я планирую с друзьями сделать фильм полноценный на студии, который будет рассказывать о жизни щурок, о их повадках, о жизни в неволе. Вот. Надеюсь, что в скором времени, как будет у меня возможность, возможность моих друзей, мы осуществим этот проект и представим уже фильм, рассказывающий о жизни золотистых щурок. Про мифы расскажу, про все нюансы содержания. Птица на самом деле очень интересная. Нужно содержать стаи, и в принципе даже подходит для содержания в домашних условиях, если у вас позволяют на то габариты, условия, желания, терпения. Вот, то все это можно осуществить. И вы получите преданных друзей до конца жизни. Вот такая вот веселая компания. Так начинается у нас каждое утро с купания. Вот такого вот веселья.